будут заканчиваться, мы с этим обязательно ознакомимся. Пока у нас тут подава этих баллона, вот неполных, они тоже расходуются, да? Так, здесь у нас потихонечку идет в плюс. Здесь у нас вообще все забито. Как интересно. Она забивается пока благодаря тому, что у меня не все жорды использованы, друзья мои. То есть у меня еще два ряда жорд не забито. Когда они будут забиты, к сожалению, поток жорд, он будет, мягко сказать, немного ниже. Но так как у меня стоят без усилителей, был расчет, чтобы была забита целая линия, возможно, все будет нормально. У меня будет более-менее прибыльный поток жорд. Но тоже бабка надвое сказала. Так. Можно два усилителя поставить, да? За 4 секунды кварц и звездка. А за 4 секунды, если усилители впендюрить. Так, скорость производства 2, 2. Теперь ты получаешься у нас за 4 секунды тоже кварц и звездка. Я не знаю нафиг, на что это усилители влияют. Я как посмотрю, ни на что нафиг вообще не влияют. Короче, жесть полная. Так, ну здесь, конечно же, вас не поставить. Я не сомневаюсь в этом. Но, возможно, модуль продуктивности я смогу поставить на выходе цемента. Это было бы крайне неплохо. Так, ладно. Усилители пока заберем. Будем рассчитывать один к одному. По идее, их надо 4. Так, ладно, у нас здесь пойдет кварц, плюс известь. Пока оставим так, один на запас оставлю. Хорошо. Дальше у нас здесь пойдет уже и звездка. Ладно, давай отсюда я возьму, к примеру, расчет начну. Просто сколько мне... Ну, там по одному надо. Неплохо было бы, конечно, делать второй вариант. Но, блин, железо на него... Меня, друзья, жаба душит. Железо, слиток, алюминия – это перебор. Я лучше поставлю еще одну такую хрень. И буду делать цемент, с звездки кварца. Так, давай-ка посмотрим производство кварца. За какое время он идет здесь? Я так не посмотрю, да? Кварц у нас делается 4 за 4 секунды. Там нужен 1 на 4 секунды, да? Ну да, 1 нужен и звездки, и 1 кварц на 4 секунды. Собственно, можно их 4 поставить, поэтому я так рассчитывал изначально, но уже про это забыл. Так, цемент есть. Теперь нам нужен литой бетон. Раствор бетона. Так, подойдет? Да, подошло. Значит, нам нужен шлак, цемент и вода. Делается за 4 секунды, но нужно 8 цемента, блин. А у нас за 4 секунды будет получаться сколько? 2, 4. Значит, надо ставить по-любому теперь будет вот этих еще две штучки. Они уравновешивали друг друга. У меня было 4 звездки. Ну и как раз, судя по звездке, она у нас будет уходить впритык. Ну, ладно, хорошо.
Где у нас, во-первых, как ты называешься, смеситель порошков? Это у нас расплавка металлов, вряд ли. Или... Да, это у нас расплавка металла считается. Классно. Значит, делаем вот так и делаем вот так, как и планировал. Значит, вот так вот соединяем все аккуратненько. Ага, я все правильно делал изначально. Ну, сделаем по красоте, хрен с ним. Вот так вот. И у нас они так будут соединяться. Окей. Теперь нам нужна... Бля, одного этого завода, походу, хватит для известки, да? Написано, что он делается здесь. Серьезно? Игра, у меня к тебе вопрос. Что у тебя, прости, блин, где делается? Литой бетон. Почему он показал, что вот здесь делается? Не, ну я не верю, что он здесь делается. Скорее всего, это какая-то глупость. И как всегда, бред этого мода. А литой у нас все делается здесь. Вот. Индукционная печь, по идее. Давай посмотрим. Так, расплавленное железо. Расплавленная эта хрень. Припой. Ой-ой-ой-ой-ой. А по сути, кажется, он реально где-то там должен делаться. Да, ну, где? Где ты делаешься? Да ладно, ты издеваешься. Ну хорошо, 100 литового бетона нам будут делать сборочный... Ох, вот и ёперный матрёшкин. Вот это нежданчик. Ладно, цемент ты будешь брать отсюда, предположим. Мне нужно как-то к тебе шлак подвести. Давай-ка я тебе коперну. Ну ладно, предположим, вот так у нас все пойдет. Может, состояние 2 ставить. Сделаем тогда немножко тогда по-другому. Вот здесь так. Вот здесь так. Хорошо. Значит, здесь мы делаем шлабысь. Шлак тебе сколько надо? Тоже 4. Сюда как-нибудь подвод шлака. Здесь воды. Ну да, я вот по-другому вариантов, друзья, не вижу. Возможно, кстати говоря, мне придется немножко расширить до 4. Нужно сюда еще и кварц подводить. Я что-то совсем про это забыл, как интересно. А, так я могу... По одному надо, да? А я по этой линии пучу и кварц, и звездку насрать. Итак, у нас есть это, у нас есть это. Но этого слишком много, он будет меньше потреблять. Но он 100 бетона литого производит. 8 цемента, да?
То есть, по сути, одна фабрика будет, как ни крути. Хотел бы сделать как-то по красоте. Но вероятность то, что это получится, простите, 0%. Так, ладно. Давай-ка я эту печь поставлю. Где она у меня тут? А, погоди. Железобетонные кирпичи. Я не здесь случаем буду делать в дальнейшем. Ну-ка, признавайся, игра. Вот у нас бетонный кирпич. 4 штучки делаться будет здесь. А здесь же... Я уже говорить не буду даже. Все, наверное, прекрасно все поняли, кто меня смотрит. И у нас здесь делается железобетон. На него нужна еще железная... Так, стоп, что на тебя надо? И все? А, железная... Да это ерунда. Ну, предположим, кое-как мы это все реорганизуем. Ставим, поставим, нагнем, приколбасим. Вот эти хрени мне все равно надо. Смеситель порошков штучки 4. По любасу. Не хватит просто. Так, получается, ты производишь 4 цемента. На тебя надо будут и звездки. Раз, два, три, четыре. 8 и звездки надо будут. Хорошо. Ну, схема есть того и этого. Не знаю, по конвейеру стоит ее пускать или нет. Я что-то как-то ломаюсь, сомневаюсь, напрягаюсь. И звездка. Да, 3 известняка. Ты добываешь за 5 секунд. Ты тоже за 5 секунд. Печка забита по полной, да? Я смотрю. А ты у нас и звездку делаешь 4 известняка за 4 секунды, да? Но единственный, слушай, вариант, который я реально пока вижу, это оставить еще одну индукционку. Куда бы ее воткнуть-то? Может так как-нибудь? Ну, в принципе, почему бы и нет-то, по сути. Ну да. А, блин, а где мое все топливо? И вот, кажется, его не нахожу. Лады. Угу. Да ё-моё. В расстоянии хрен попадешь куда-нибудь. Так вот возьмем, чтобы было. И будем сюда загружать известняк для создания звездки. У нас получится тогда... Чё там разрушено было? Вот вроде сколько начинает проседать. Ну пора бы, пора, сколько времени-то прошло. До хрена уже. Продворян почти будет убит. Не, ну эти турели хорошо справляются, как бы. Гуд-гуд-гуд. Волнует-то меня другое. Почему, во-первых, здесь забора до конца нету. Как и здесь, по сути, тогда вспомнил. Что вы уничтожили? Где? А, я забыл, эти сволочи плюются, чтобы сюда попасть. Кстати, интересный ИИ новый, блин. Они сюда вот реально пытаются плюнуть, чтобы попасть. Так, ладно, сейчас вообще-то не до этого. Зачем я шел? Надо заправить индукционную печь. Ну, я не очень, конечно, согласен вот с этим всем безумием. Предлагаю ящик вниз опустить.
Тогда я смогу здесь печь вместить? Ну, кое-как с горем пополам. Ну, вот так, если только влепить. Да, и так могу его поставить. Без какого-либо геморроя. Так, лады. Ты у нас идешь на измену, отмену. А теперь проходить не смогу. Вообще гениально. Через верх могу пройти. Так, хорошо. Потом надо придумать, что, кстати, с грязью делать. Это тоже вопрос такой себе. Ну, тебя сюда. Раз. Я не понял, почему ты не хочешь так отдавать ему. Чё, жадная такая, что ли? Ну давай вторую лапку воткну на всякий случай. Смотри, сюда не хочет. А ну правильно, потому что я здесь не поставил, что делать. Ты и так дураку понятно. Здесь вот так тебя заправляем. Ставим на тебя усилители. Хотелось бы так мне эти поставить. Ой, просто как хочу. Вот ни хрена не получится. Так. Ты у нас производишь 3 звездки за 5 секунд. Он делает 4 звездки за 4 секунды. Еще дает этот дурацкий угарный газ. Ага, а куда мне его сейчас поставить? Углекислый газ. Одевайте на меня противогаз. Ладно, давай вот так вот сварганим, дружище. Опенный. Вот так вот. Ага, ладно, подойдет и так. Давление трубы, ну, не супер большое. И что-то мне это не нравится. Ну, все нормально вроде, кстати. И теперь мы делаем. Ну, ладно, давай так сделаю, лучше парить. Так, ты у нас получается на выход. Этот на вход все работает в порядке. Значит, они не работают так, как я хочу. Но будут работать так, как я не хочу. Да и хрен ты с ним. Главное, чтобы работали. 7, 3, 2... Ну да, постепенно просаживаются. Ладно, этого должно хватить, по крайней мере. Но будут немного стопориться, честно, да и хрен ты с ним. Я еще что, эту схему потом передумаю, переделаю как-нибудь. Она ведь изначально была создана на тяп-ляп, я потом уже ее доделывал. Индукционку можно вот здесь вот, кстати, влепить аккуратненько. Вот, по сути, сюда поставить. На создание звездки-то. Вот давай так сделаем тогда. Красоту сделаем какую-то, да? А, ну это будет ни хрен мешать. Чтобы она не мешала, бы мне сюда, короче, чемоданчик такой поставить. Но вследствие того, что у нас здесь напичкано труб всяких разных. Я даже, блин, не знаю, стоит ли с этим заморачиваться. Ну, стоит заморачиваться, да, вправо с другим. Во-первых, вот с этим. По идее, должно всего хватить. Так, и теперь мне нужна самая основная хренотень. Легкая водичка.
Блин, конечно, здесь передвигаться будет так удобно, что я, наверное, вообще с места не сдвинусь. Вот так сделаю, может, получится хотя бы получше движение себе организовать. Ну ладно. Можно вопрос? Ты, подруг, куда там собралась? Хорошо, вроде всего хватает. Ставим усилители, как всегда. Так. Ты у нас один производишь эту воду, да? Слушай, смотри, его на все хватает абсолютно. Удивительно, я рядом. Ну и что с тобой будем делать? Хлоп-хлоп. А, не-не-не, не здесь. Я забыл, да. Здесь у нас пойдет. Так, вот. И сюда вот. У меня по одному краю всегда что-то было практически. Но тут грязь идет по двум краям. С грязью ничего страшного не случится. Это раз. Во-вторых, мне еще нужны эти хрени. Да они мне деваться, я что, их съедаю, что ли? Так, все, на тебя тоже усилки. И мне этой звездки должно хватать даже... Я могу поставить 3 таких штуки, но, блин. Мне не хватит их, один пень. Да и тут обязательно посмотри-ка. У нас и звездка идет, но не полную запитывает их. Пора для обогащения МК-2. А у меня МК-3 ни хрена нету. У нас получается, значит, производство за секунду. По одному известняку, да? За одну секунду по одному известняку. А, нет, а погоди, каким боком я считал? Мне этого хватит просто за глаза и за уши. Ну... Да, друзья. Щитовод с меня, к сожалению, хреново. Ладно, пусть будет запас. Она еще звездка, я не помню. Где-то она еще пригождается. Здесь мне всего будет хватать. Правда, вот этих надо, да, ставить больше. Это у нас 10 порошков. А, ну, тебе чего не хватает? А, мне нужен бетонный кирпич. Слушай, а можно вопрос, друг? А, я могу, что ты первый еще строить, да? Глиняный кирпич, то есть ты первый. Бетонный кирпич, ты второй, я понял. Так, можно взять немножечко и звездочки. Ладно. Будем делать, я еще 4 поставлю. Тогда сделаем сейчас так, так. Здесь раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Оставлю место просто до 2. Че иглу топорить? Так, у нас пойдет так, вот это все пойдет. И вот так вот. Хорошо. Так. Здесь будет лапка, здесь будет лапка. Это у нас лапки вообще должны быть на подборке, на выгрузку, я понял. Да, подбор, выгрузка. Итак, что мне еще надо будет? Пустить кварц, запиндюрить как-нибудь. Так, ну ориентировочно все должно будет работать на мази. Ориентировочно, друзья мои. Напоминаю. Это все теоретически невероятное. Хрен поймешь потом, что будешь.
Так, здесь тогда мы ставим кладежку. Слад, конечно, тоже 4. Так, тебе что нужно будет? И звездка, и яйца, и мельник. Я понял, понял. Ну, я думаю, для красоты стоит так сделать, друзья мои. Итак, у нас тогда получаться будет, что здесь по одной стороне идет кварцуга, по какой-то идет что-то иное. Здесь мы так все щик и щик. Эта дорожка у нас поведет от что она поведет? Короче, им быстрыми конвейерами запутаешься. Так, здесь у нас пойдет цемент и шлак. Значит, по одной дорожке пойдет цементий, по другой пойдет шлакурка. Но как бы мне это все организовать-то поинтереснее. Вопрос-то хороший. Ну ладно, здесь, к примеру, я смогу запустить. То есть ты у нас берешь со второй, ложишь первую. Вот, копируем сразу. Да, умеешь ты закопировать, слушаем. Я горжусь тобой, игра, горжусь, честно признаюсь. Так. Хорошо, сюда мы будем выкладывать, это все должно стыковаться. Стыковаться оно должно довольно-таки аккуратно, чтобы не зацепляло вот эти вот первые. Угу. Здесь сделаем так, здесь сделаем вот так. Вот так я сказал, все. Теперь они с этими не будут конфликтовать, здесь они будут, если что, излишки застревать. Так, хорошо. Один геморрой на минус. Теперь у меня второй геморрой. Ой, блин, жало. Второй геморрой заключается в том, что мне надо поставить вот эту хрень вот так. Сделать к ней соединение. Блин. Ну, я вот так, наверное, сделаю как-нибудь соединение. Тут тоже не такой вариант хороший, как хотелось бы. Давай-ка мы сделаем немножечко поинтересней. Потому что мне ж все-таки еще сюда пускать шлак. И тогда мы, получается, делаем вот так вот. Все, у нас здесь пойдет, к примеру, чистый цемент, да, по одной дорожке. Где у нас этот сраный цемент? Вот он. Здесь пойдет цемент, здесь пойдет все остальное. Это будет у нас, как вы могли уже догадаться, лак. А здесь он будет заходить, да? Да вот ни хрена. Его, наверное, надо будет либо длинным конвейером как-то забиндивать.
Либо я не знаю. Так, ладно, предположим, что это у нас как-то так пойдет. Но мне нужно сюда еще подвести будет кварц. Не звездку. Значит, надо будет подводить, чтобы было более-менее по красоте. Но вот как-то так, друзья мои, через проходы. Я не вижу других вариантов. Здесь тогда я... О, дерьмо. Да, смогу вот так вот сделать, кстати. Это все подсократить. Это сюда. Это сюда. Здесь идет вот так. Здесь вот так. Ну, более-менее, кстати, получается даже красиво. Ага, хорошо. Ну, гуд. Там еще надо водичку мне будет подключить, но с этим я уже как-то справлюсь. Хорошо, в деревне летом. Так, где у нас литий металлов, это штопанная? Так, железобетонный кирпич. Здесь у нас что, бетонный кирпич? Да, бетонный. Здесь также штампуем цементий. Все. Хорошо. Здесь мы практически разобрались. Вопрос в том, это надо будет складывать нам, скорее всего, вот сюда. Не зря же я хренотень делал. Немножко попроще может получиться, если честно. Не, не получится, попроще. Будем складывать все ровно сюда, как и планировал я изначально. Ну и он нафиг. Сейчас я буду замутки опять мутить, опять нахрен запутаюсь. Вместо того, чтобы делать схему бетоном, мы будем, друзья, заниматься чем-то другим. Например, побегу заряжать патроны. Так, лады. У нас... Ты берешь отсюда, ты берешь с дальней. Ты берешь отсюда, ты берешь с дальней. Ты отсюда берешь. Ты отсюда. Ну все. Вот, друзья мои, схема производства бетонных кирпичей и железобетонных. Как считаете, вроде красиво получилось. Давай посмотрим, куда ее, в принципе, можно будет впихнуть. Так, чтобы она нормальное место заняла. Так, копируем. Ну да. Так, а где тебя всунуть, маленькая моя? Неплохо бы, конечно. Заходит, зараза. Так, здесь не подойдет. Здесь у нас вообще другое производство. Можно, конечно, вот здесь внизу запиндюрить. Как считаешь? Ну, здесь-то я буду, что серную кислоту увеличивать. Здесь я не знаю, что буду увеличивать. Скорее всего, там наверху еще поставлю две